сегодня в Чувашском государственном университете открылась международная конференция, посвященная этническому многообразию России и 170-летию чувашского просветителя Ивана Яковлева. В ней принимают участие преподаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских организаций, аспиранты, магистранты, учителя. 470 страниц заняли статьи в сборнике научной конференции. Авторский коллектив представлен учеными и специалистами из десятков российских городов и даже зарубежья. На каждой странице размышления о роли и влиянии великого чувашского просветителя на формирование нации. Иван Яковлев внес большой вклад в развитие этнического многообразия России. Его педагогическое наследие не теряет актуальности и сегодня. 150 лет тому назад в Симбирске зажег факел чувашского просвещения, организовал чувашскую школу, ставшую впоследствии центром просвещения и культуры подготовки учительских кадров. Деятельность Ивана Яковлева обеспечила интеллектуально-культурное развитие народа, да и народности. Заветной мечтой просветителя являлось достижение равноправия и дружбы народов России. Два дня участники конференции будут обсуждать вопросы этнического многообразия России и завещания великого просветителя. Запланирована лекция «Работа по секциям».